Здравствуйте, меня зовут Владимир Шереметьев, и вы смотрите обучающее видео «Практика Electric Boogie». Напомню вам сразу, что если вам интересны современные танцы, а в частности Electric Boogie и Dubstep Dance, то вы можете больше узнать о них, если перейдете по вот этой вот ссылке. А если вы перейдете по вот этой ссылке, то тогда вы можете узнать, где можно научиться этим танцам, особенно если вы живете в городе Челябинске. Итак, упражнение, которое я вам сегодня покажу, это прекрасный способ развить мышечный контроль. Вот, честно сказать, это один из лучших способов действительно как-то наработать мышечную привычку к танцу, к вейвингу особенно, который, в принципе, не требует каких-то особых усилий или специального помещения для занятий. Честно говоря, я занимался этим в транспорте. Смотрите, вот мы все с вами можем, предположим, узнаем, как делать волны, да? То есть мы делаем по точкам, поднимаем какую-то часть там, тела и так далее. Вот я вам предлагаю научиться делать волны без движения, то есть научиться делать их исключительно за счет мышечного напряжения. То есть таким образом, чтобы у вас напрягались отдельные части мышц. Вот так. Это можно делать, разумеется, не только руками. Можно это делать и корпусом, точно так же. И делать это упражнение можно везде. Дома, в зале, а также в транспорте. Это замечательный способ развить мышечный контроль.